во время нашей раши тебе немножечко снесло крышу на почве звездной болезни. Помню, в какой-то момент я пришел на съемки, мы снимали нашу рашу, линию со Славиком и Димоном. Mm-hmm. Я был, Сережа и Сеня Слепаков. Я весь вечер учил. Я ответственно все так учил, все выучил, разложил, все акценты расставил, все, пришел, готов. Сеня с Сережей заходят, такие: «Мишань, мы тут, короче, переписали, вот тут сейчас вот так будет, вот тут вот так, вот тут вот так». Я говорю: «Не, ни хрена, ребят. Я выучил, вы мне прислали в вызывном разрезку. Вы вот так мне прислали. Вот как вы мне прислали, блядь, я выучил, я так и буду делать. От того, что у вас там что-то, вы там поняли что-то или не поняли что-то, или хотите улучшить, блядь, или усмешнить. Вы мне прислали, я все это выучил и готов это все показать». Я считаю, что я, ну, проявил такие вот признаки звездного.